Богом, благодарю. Михаил Федор, сейчас я буду. Вижу, надеюсь, поверьте, последнее. Так, внимательно. Ну, не слышно, я буду говорить громко. Поближе, ближе, подойдите. Стойте так, вот так, вот стойте. У вас определенные правила, речь знакомые. Которые старые, говорите, накачали он там качаем шампунком. Мне не надо крутиться, залез, отмахнулся, назад не попал, след, чтобы на ней на веревке не крутить. Я его просто не буду крутить. Я раз сказал, вы не попробуете. Я зашел в сервис, я зашел. Как крест накладываете, как поклон сейчас, делать, сейчас, объясните. Сейчас, и все делают. Вот. Как правильно крестить? Я правильно. Налог, положите пальцы. Как пальцы сложили? Так или так, как вы научили? Угу. Так. Как молились мы при князе Владимире? До Сергия Радовичу. Теперь так молятся. Положите все. Теперь на чрево, где пух твой? Иисусе Христе. Теперь направо. Сыне Божий. Не как ладошка. Пальцы, положите все дальше. Вот так. Вот. Сыне Божий. Теперь ровно на плечо. Помилуй меня грешу. И поклониться на это так колени не сделать. Рука могла пол достать. Вот рукой не надо доставать, то есть попробуй один раз. Вот наклониться. Вот. Тело да. Нет, не можешь. Правой рукой. Правой доставать. Вот видишь, вот так. Давай еще раз. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешу. У меня позвоночник порчен. Операцию делаю. Я сану склоняюсь. Еще раз, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грех. Ты неправильно делаешь. Сначала подписал, а потом туда. Ой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грех. Так, ну еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грех. Неправильно. За столом не разговариваю. Так, покажите, что такое. Кто вот этот снизу, кто не знает. Кто на тополям, сорвать лист. Молодцы. Ну, вот так, так, и лишь не показывай. Вот, так, вот это. Окей, у меня два. Чего нельзя потом? Сейчас я ему сорву, подожди. Вот, это один раз, на один раз, это не подпокой какой. Помните, я с тобой подпокой, поговорили? Ты сказал, что не ходил туда в руки все мыли? Да, я сказал, что помыли. Значит, на будущее. Так, а сейчас стоит. Она уже обедала. Обедала, ну ладно. Потом у нас обедала. Значит, что? Я сейчас скажу. Так, смотрите. На будущее, чтобы зелень была разная, петрушка, что угодно. Мелко-мелко нарежьте, сыпьте в суп. Они некоторые не едят, на пол бросают. Нарезать мелко-мелко каждую вот эту. Бумаги нет у нас здесь? Как-то. Есть, вот здесь, в коробке стоит, на полке. Больше не подавайте так. Давайте. Знаете, девочки-то где сидят? Вот это вот. Мальчики-то сюда надо садиться. Сюда вот надо. Садись вон туда, вот сюда. Кепку сними. Садись, Тимофей, садись. Ну что, пока. Внимание. У меня, смотрите.
внимание, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешу. Это сидите, сидите, сидите. Говорите аминь. Во славу Божию, теперь ешьте. Это мой первый день. Никите-то туда, наверное. Да, да. Вы только близко не садитесь друг с другом. Место подвиньте чуть-чуть. Луку больше, чтобы было, и резали прям в чашку больше ложили. Ксюшу можно туда посадить тоже. Садись, Агнеша. Первым делом подаете начальнику мне, потом брате, потом сразу самому маленькому. Вот сюда. Там на спальнике ходили. Девочкам надо раздать. Старшим это братья. Не передавай, Никита, не надо. Так, не разговаривать. Это разговоры прекратили. Подавай по порядку. Подавай нам сразу. Да, это подряд. Так, большому мальчику дали чашку. Всем девочкам еще не раздали. Он куда дальше передавай, до последнего сначала. Смотри, там, Паша. Ебану, ебану, ебану. Передайте маленькие боимые на нашем столе. Большой мне ебану, давай. Сейчас один еще два. На ваш стол еще будем. Я перейду к маленькому. Вам тому маленькому дайте еще. Вот это вот надо терпеть. За нее ты должен не стоять, значит, ножкой полбу. А вот так вот, смотри, вот я отклонился, вот чашку вот это ставить. Поднял, вот тут значит поставил. Не капает, ничего. На стол, вот локти вот так не облокачиваются. Вещи по христианству. Илья, смотри, Илья, уже лопает. На кусочек ставь ложку. Ничего не такое? Давай-ка мы еще справим. О, давай, полез за стол. Ты наклоняешь, что уже заграть стола. Так, смотри на меня. Смотри, как я левитую. Так всегда ели на Руси из одной чашки. Вот так. Видишь, уже пошло у них нормально. Сегодняшнего дня больше зелени, мелко ее режьте, и там чашка, чтобы была, и в нее подсыпайте каждому, иначе они не проживут, а некоторые на пол бросают. А когда ты туда опустишь, и мой отец некуда, слопает. Они болеть не будут, зубы будут хорошие.